Ребят, всем привет! Вот посмотрите, за полгода, как аквариум, была подмена воды. Ну, я вам скажу так, солнечная сторона, солнца, прямых лучей нет, но если шторы вечером не закроешь, то солнышко попадает. Поэтому начинают вот так вот стеночки желтеть, становятся более-менее грязные. Это яички у нас, видим, остатки, как говорится, которые... И не могут, нет возможности ни ретину улиточек развестись, расплодиться в пресноводном аквариуме. Поэтому сегодня у нас день чистки аквариума. Благодаря Ютубу, ребят, хочется что-то делать, что-то чистить. Если бы не было Ютуба, ай, так бы я стал, да я думаю, да и бог с ним, пусть будет. Надо помыть покровные стекла, приклеить, который отклеился LED-диодик. Поэтому с вами почистим фильтр. Но я это постепенно все сделаю. Покажу вам, какой же результат будет. Но опять же, это же сегодня покажу. Вода еще не отстоится. Поменяю процентов 30-40 воды. Стеночки помою. Дно мыть не буду, потому что на дно планирую камушки. Так что беремся за стекла. Подмену воды и чистим стенки. Вперед пошли. То есть вперед пошел Андрюха. Друзья, извиняюсь, камера дергается, посмотрите. Но одной рукой чищу, а одной снимаю. И вот, видно, как прямо слои, посмотрите. Во-во, сейчас видно. Во-во, вот так вот. Каждое проходим, чистим. Ну, вот это я полгода не чистил вот так кардинально. Но я говорю, благодаря только Ютубу. Потому что хочется показать вам и сделать приятное в аквариуме, сделать чистый аквариум. Нужное дело, но зато еще и полезное. Сначала я боковые стенки чищу, потом дно, и потом со дна собираю уже остаточки. И вот эта стеночка идеально чистая. Потом боковую одну, переднюю и дно. Если у кого-то камешки на дно, вот проблема уже меньше у меня нету, поэтому надо чистить все стенки. Фу. Немножко вспотел, ну прямо хорошо, прямо приятно. Вот такой вот у меня скребок есть, им я и чистю. Можно карточкой, кто лезвием, кто чем. Я купил себе давно скребок, 20 евро он стоил, и зато на долгое время. Так что, ребят, смотрим результат буквально через минуту, для меня через час. Друзья, вот я и помыл аквариум, почистил покровные стекла. Приклеил свои ледовские лампочки, ну, эти элементы, на двухсторонний скотч. Почистил чуть-чуть фильтр, губку. Почистил стекла. Ну, вот там я отодвигал, где камушки, где лава. Но я могу сказать, что вот тут чуть-чуть надо было, что идеально чистое дно, так как если бы грунт был бы, вообще видно его не было, потому что, ну, это же не осадок, посмотрите. Это микро-микро частицы. Фу, ребят, слава богу, все сделал. Теперь можно спокойной душой ехать на море. А следующий аквариум на днях чистим вот такой вот. Так что это от солнца. Позеленел, видите, как позеленел. Хотя недавно еще был кристально чистый. Ну, хорошо, что получается. Рыбки, самое главное, живут. Никто не болеет. Я уже 25 лет аквариумом занимаюсь, как аквариумистик, так что не проблема. Кому нужны рыбки, обращайтесь, пишите. Знаете, телефон 25-200-200. Будем чистить дальше те аквариумы, будем делать дальше стойки. Короче, все в процессе, все происходит. Огромное спасибо, что смотрите. Кто не подписался, ребят, подписываемся, не забываем. Будет очень приятно. Всем пока.